О чем хотелось бы еще здесь сказать, о том, что оборудование представлено реально самых топовых компаний. Это такое оборудование есть у нас на заводе. Это мешалки, например, фирмы Zuma. Вот я думаю, что это прямо здесь. Вот это вот на самом деле хорошие мешалки, качественные, которые долго работают. В принципе, мы не имеем с ними проблем. Также здесь представлены насосы фирмы Wangen. Вот сейчас пройду немножко вперед, покажу. Достаточно хорошие насосы, достаточно хорошая идея. Хорошо они работают, то есть за все время менялись там некоторые запасные части. Ну и видно, что интерес людей есть к данному оборудованию. Далее, что еще хотелось бы сказать. Мы приехали сюда посмотреть оборудование сепараторов. То есть здесь есть представители двух достаточно серьезных компаний. Это вот Бёргер, и нам посоветовали, что это очень хорошее оборудование. А также Бауэр, сепараторы компании ФАН. Работа сепаратора Ванифан. Это специально поняли, потом сухой попадает в воду и обратно. Далее здесь можно посмотреть на производителей газгольдеров, посмотреть, как оно выглядит внутри. Они, компания датская, полностью продают, включая газгольдеры, включая колонну, ремни, сетки, все, что нужно для монтажа, и производят монтаж. Кстати, в Украине есть пример, это компания «Астарта» в Киеве, можно посмотреть. Здесь у них на стенде это было видно. Далее вот хотелось бы обратить внимание на оборудование компании «Фёгельзанг». Мы имеем некоторые оборудования этой компании. Это в частности измельчители «Ротокаты», вот похож на вот этот. Ну, достаточно хорошее оборудование. Обо всем можно рассказывать потом в дальнейших видео. Оборудование компании Айселем. В принципе, у нас есть такое оборудование, и мы имеем некоторые проблемы, но посмотрим. Ничего плохого говорить пока не буду. Посмотрим, как будет решаться, потому что вчера мы встречались с генеральным директором компании, достаточно быстро у нас начались звонки от его представителей, вопросы, и я думаю, что мы вернемся домой, и будут какие-то предложения по решению наших вопросов. Вот поэтому пока не советовать это оборудование или советовать его, пока мы оставим вопрос до его закрытия. Еще что хотелось сказать. Здесь постоянно проходит какая-то конференция, кто-то что-то рассказывает о каких-то новых тенденциях, технологиях, успешных достижениях. Я могу только сказать, что ничего не понятно на французском языке. Очень большое количество слушателей и докладчиков. И вообще платформа, на которой идея создания таких конференций отраслевых, это очень-очень-очень интересно.